вакцинацией облом, хоть пройден пик. Я пугал, грозил, орал и рвал кадык. Сам я спутником обколот, как дуршлаг. Но народ залип на модный кавивак. Людям в уши дули изо всех щелей про достоинство вакцин от гамалей. Но походу наш давно привык народ слушать власти, делать все наоборот. А все могло бы быть совсем не так, если продвигали кавивак, то народ колол бы спутник без борьбы. Это был бы сон, волшебный сон. Каждый день прививок миллион, и Европа обзавидовалась бы. Нам с Модерною и Пфайзером свезло, но политика гнилое ремесло. Мы вакцинам вашим выставим барьер. Беспонтово, а-ля Герком, а-ля Гер. Как писал когда-то в древности Сунь Цзы, кто борзеет, тот допросится грозы. Постмодерну вашу тоже запретим. Вам конфликтов мало, вот еще один. А все могло бы быть совсем не так. Да могло бы быть, но будет так. Постоянно ищем, кто кого дурней. И плевать, кто прав, а кто тут врет. Важно только, чья теперь возьмет. А людей никто не держит за людей. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки быстрее. И тогда мы внесем эти лайки в Конституцию. Хотя не лайки красят человека, а подписка.